14 партий изыскателей трудится под его началом в районе Тынды. Той самой Тынды, где еще в 30-е годы участвовал Александр Побожий в первых изысканиях на трассе будущего БАМа. Но пришла война. Первые километры рельсов в тайге сняли, отправили под Сталинград. Там срочно сооружалась знаменитая Волжская рокада. Он был одним из тех, кто прокладывал эту дорогу под бомбами. Потом были другие трассы, другие изыскания. От Тайшета до Усть-Кута, от Комсомольска до Суфгавани, работа в Заполярье, в Монголии. Но как только узнал Александр Побожий, что возрождается дорога его юности, почувствовал себя снова молодым и полетел в Тынду. Прокладываем трассы железных дорог мы в различных условиях. Если, скажем, в степях, то там просто, место равнинное. А вот такие трассы, как Байкало-Амурская железнодорожная магистраль, очень сложно. Там и горы, хребты, бурные реки, вечная мерзлота, ущелья. То есть столько препятствий, что сразу даже охватить и изучить их просто невозможно. Но изыскатель должен обладать интуицией. Без интуиции там ничего не сделаешь. Вот железная дорога должна пройти там, где она больше всего нужна. Поэтому изыскатель должен решать главнейшие задачи, как пересечь хребет, как разместить депорскую станцию, депростую станцию, разъезды. То есть складывать всю трассу по частям, как, скажем, ну, писатель складывает книгу по главам.